Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу поговорить с вами о шрифтах. Если вы работаете в программе Prashow Producer или Photoshop, рано или поздно вы сталкиваетесь с проблемой, что вас не устраивают те шрифты, которые находятся в стандартной программе Windows. Вам хочется что-нибудь свое, что-то более оригинальное, красивое. Таких шрифтов в интернете можно найти очень много. И как их вставить к себе на компьютер и как с ними работать, вот об этом мы сегодня и поговорим. Первый способ добавления – это добавить непосредственно в программу Windows, именно там, где у вас папка шрифты. Второй способ – это непосредственно добавить в программу Photoshop, отдельно в программу Prashow Producer или какие-нибудь другие программы, в которых вы работаете. Но я вам предлагаю третий способ. Для этого вам понадобится одна небольшая программка, которая называется Font Expert. Вот она, вот такого вот вида. Ее и некоторые шрифты вы можете найти на моем сайте под этим видео. Скачайте и установите себе на компьютер. Почему я предлагаю именно эту программу? Потому что вы можете не вставлять эти шрифты непосредственно в программу Windows. То есть диск C у вас не будет увеличиваться из-за этих шрифтов, а когда у вас их будет очень много, а такое время обязательно наступит, то это уже будет проблематично. При помощи этой программы вы можете скачивать любые шрифты из интернета, устанавливать на любой диск, который у вас есть на компьютере, и пользоваться непосредственно с того места, где они у вас есть. Вот у меня на экране вы видите программу Font Expert. У меня стоит 2004 год. Сейчас уже есть более свежие версии. И 2010 мне попадался, и другие. Но меня устраивает и эта версия. Она ничем не хуже работает, чем более высокие версии. И особо не притязательна. Значит, давайте посмотрим, как она работает. Вот если мы нажимаем вот эту кнопочку шрифты Windows, она нам показывает вот здесь, как шрифт называется и что он из себя представляет. Если это кириллица, к примеру, то этот шрифт будет русифицирован. В центральном окне мы видим с вами непосредственно буквы, которые присутствуют в этом шрифте. В правом окне вы видите, вот можно прокрутить все эти шрифты, которые у вас есть, и тут же их посмотреть. Ну вот, к примеру, я вот этот нажала, он и здесь отображается вот серым цветом. Мы видим, что это кириллица. Тут мы можем прокрутить, посмотреть по буквам его. И вот в этой строке внизу мы можем еще и просмотреть любой текст. Можем и написать свой текст сюда и посмотреть, как он будет смотреться. Давайте рассмотрим, как же устанавливать шрифты. Допустим, вы скачали с интернета какой-то понравившийся вам шрифт. Вы ищете его на своем компьютере, заходите вот в эту папку «Файлы». Вот у меня высветился диск D, потому что у меня шрифты находятся именно здесь. Ищите свой шрифт. Ну, давайте, к примеру, вот этот первый и установим. Здесь у нас и написано, что он не установлен. Здесь мы можем просмотреть его в центральном окне. А для того, чтобы установить его, мы в левом окне становимся на шрифт, который нас интересует. Нажимаем правую кнопку мыши. И вот в этом окне, которое появилось, нажимаем «Установить». Появилось окошечко установки шрифтов, где написано «Готов к установке». Нажимаем кнопку «Установить». Вот наш шрифт установлен. Это мы можем закрыть. И теперь нам нужно запомнить название нашего шрифта. И давайте посмотрим, как он отражается в наших программах. В Photoshop и Prashow Producer. Я открываю программу Photoshop. Сейчас она у меня загрузится.
открываю любой документ или просто давайте сделаем сейчас заливку очень ярко, я поменяю цвет. Берем текст, инструмент текст, возьмем другой цвет, чтобы нам виднее было. Заходим в шрифты вот здесь сверху и ищем, есть ли наш шрифт. Вот он у нас отображается. Вот я его нажимаю и могу здесь что-то написать. Ну, к примеру, поздравляю. И вот вы видите, что шрифт у нас есть, его устанавливать сюда уже не надо. Теперь давайте посмотрим, как он отображается в программе ProShow Producer. Эту программу я пока прикрою. Открываю ProShow Producer. Заходим в параметры слайда. Я пишу здесь текст. Тоже поздравляю. И ищем наш шрифт. Вот он у нас самый первый. Видите, и ваш шрифт появился именно там, где нам нужно. Точно так же он будет появляться во всех других графических программах, которые работают со шрифтами. Единственное неудобство, к сожалению, программа ProShow Producer видит не все шрифты. Это я уже говорю по личному опыту. А Photoshop видит все шрифты. Когда вы поработали с этим шрифтом и у вас возникла необходимость избавиться от него или просто убрать, вы можете точно так же поставить курсор на шрифт, который вам не нужен, нажать правую кнопку мыши и здесь выбрать кнопочку «Доинсталлировать». И ваш шрифт будет удален из программы. Вот я нажимаю «Доинсталлировать» и все. И он опять у нас не установлен. Еще раз хочу вам напомнить, что замечательная программа Font Expert помогает вам работать со шрифтами. Устанавливается она очень просто. Вы ее можете скачать с ссылочек, которые находятся на моем сайте под видео. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.